В администрации муниципалитета прошла рабочая встреча по вопросу строительства пешеходного маршрута, который соединит парки Мещерский и Малевича. В обсуждении приняли участие активисты местного отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Городская среда». Часть маршрута пройдет через Подушкинский лес. В рамках данного проекта существующая асфальтовая пешеходная дорожка между Новой Треугоркой и станцией Сколково будет продлена и улучшена.